И мы начали друг другу помогать, просто потому что работали в одной студии, ну, в силу ряда условий. Прошел год, мы оглянулись назад, увидели, что куча работ, по сути, уже сделана командой, и решили просто как-то вот это назвать. И выдвинуть себя уже не как отдельных фотографов, а как некий творческий коллектив. Произошло это где-то, по-моему, в августе прошлого года. То есть вот с этого момента, по сути, мы к этой выставке и готовились, потому что здесь только те работы, которые уже мы делали не как индивидуальные фотографы, а делали их уже командой.